Друзья, всем большой привет, всем доброе утро. Буду сегодня готовить салатик супер легкий. Вот такие вот у меня огурчики. Буду резать огурчики, заправлять растительным маслом. Вот такой вот у меня сегодня салат. Огурчики я помыла, почистила. Отрезаю хвостики огурчика. Нарезать огурчики я буду полукольцами. Вот так вот. Нарезать вот такими полукольцами. Огурчик вкусный, с этого года, свежий. Такой супер легкий салатик для похудения. Для такого салатика нам понадобится два огурчика. Вот у меня второй огурчик. Отрезаю хвостики. И начинаю нарезать тоже колечками. Вот такими колечками нарезаются огурчики. Получился вот у нас вот такой салатик со свежих огурчиков. Теперь нам нужно заправить его растительным маслом. Супер легкий салат для похудения. Растительное масло у меня такое нерафинированное. Заправляю салатик растительным маслом. Наш салатик готов. Вот такой вот замечательный салатик у меня получился. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.